Время наше подгоняет нас, а я думаю, что каждый из вас шел сюда с ожиданием чего-то великого, чего-то необычного. Я не видел многих лет здесь больше 3 месяцев. 3 месяца без Божьего Слова. Для меня это не... Не знаю, что бы я делал. Наверное, на стенке карабкался бы. Для всех. Потому я очень и очень рад видеть каждого из вас здесь сегодня. Я знаю, что многие из вас, которые не были, возможно, были именинники, возможно, в вашей жизни произошло много разных событий. Поделитесь с нами. Потому и это время, когда мы сможем снова поделиться друг с другом и получить поддержку Божьего Слова в тех трудных ситуациях, через которых мы переживаем каждый. Я попросил бы всех из вас молиться друг за друга вначале. Еще есть много тех сидений, которые могли бы быть кем-то заполненными, уже не говоря про те стулья, которые мы складировали в конце. Нас помещало здесь до 120 человек, а теперь мы кучу стульев сгромодили туда для того, чтобы не быть причиной чьего-то заражения или чьей-то болезни, а потому мы еще можем принимать тех, которые желают приходить и ободряться Божьим Словом, Божьей милостью, Божьей благодатью, чтобы возрастать в ней и не... снижаться в росте. Потому это время, когда мы снова попросим каждого посмотреть на вот этот значок, сделать ваш телефон на вибратор и не говорить по телефону во время служения. Оставьте эти разговоры через час. Скажите, что вы там хотите сказать им через час. Это время отделите для Бога. Бог дает нам 24 часа. Неужели 1 час мы не можем уделить Ему из 24? Он заслуживает все 24. Он мог бы, как у 1,5 миллиона, прервать нашу жизнь. И у нас не было бы ни одной секунды даже. Но Он по милости своей продлевает нам жизнь. Я вам говорил этот пример с... дедушка из Италии, который 90 лет дышал неограниченно. И теперь за неделю с него попросили, по-моему, 5000 евро за то, чтобы подключить его к аппарату, и у него потекли слезы. Его спросили, у вас что, нет чем заплатить? Нет, говорит, есть чем заплатить. Но я сожалею о том, что 90 лет я не ценил того, что я могу дышать бесплатно. А теперь за неделю я должен выложить 5000 евро, чтобы быть подключенным к этому аппарату. Бог дает нам и дает, и дает. Люди говорят, что Бог забирает жизнь. Нет, Бог ничего не забирает. А Бог всегда дает. Бог дающий. Кто забирает? Дьявол. Дьявол забирает. Потому не вините Бога в том, что Он забрал жизнь кого-то. Бог только дает. А все, кто забирает, смерть забирает, ад забирает, кто-то еще забирает. Бог ничего не забирает. Бог, даже если мы приходим к Нему туда, на небо, Он дает еще ту награду, о которой написано в Евангелии, ту
это другая тема. Мы сегодня хотели бы помолиться вначале. А давайте встанем все для молитвы, попросим Господа, чтобы Он благословил наше время совместно, и чтобы оно было нам на пользу. Чтобы мы могли, заглянув в себя, увидеть, что не так с нами, и исправить это в течение этого часа, чтобы Бог был доволен нами. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою и за возможность снова собраться, видеть лица друг друга и славить Тебя вместе. Благослови здоровье каждого, благослови особенно здоровье тех, кого нет среди нас, за тех, которые, может быть, сохнут по Божьему Слову, которые жаждут, которые алчут Божьего Слова. Дай им это утешение, которое содержит Твое Слово, заботу Твою, любовь, надежду, веру и все другие качества, которые есть у Тебя, для того, чтобы они могли снова воспрянуть духом, сбросить эти оковы уныния и разочарования, и, следуя за Тобой, говорить другим людям о Тебе. Мы молимся, благослови брата Пола, где он находится, дару ему успех в его начинаниях там, когда он много служит и с заботой о нас, не забывает и не прекращает молитв к небу. Молимся тебе, благослови также и правительство, Молдовы, и эти предстоящие выборы, которые предстоят, Господи. Ты даруй того человека, который должен править этой страной и должен править справедливо. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь. Занимайте ваши места, если хотите, и 37 номер найдите в ваших песенниках. Номер 37. Милость Господня чудес полна, милость сильнее, чем грех Иисус. К нам через Голгофу пришла она, и распятым с тех пор пою. Милость Господня чудес полна, милость сильнее, чем грех Иисус. Решился он.
Христа, у Христа не открылись глаза, и Господь своей души бремя снял. Сын пришел с небес, всякий враг исчез, и все горы на веке счастье стал. Безвинный за мою вину томился на кресте. Любви Господней глубину, пойму когда и где. У креста мне открылись глаза, и Господь своей души бремя снял. Свет пришел с небес, всякий мрак исчез, и все Бога веке счастье стал. Номер 84. Жизнь моя терялась в суете, о кресте не думал и не знал, что за грешника он пострадал там на кресте. Номер 84. Жизнь моя терялась в суете, о кресте не думал и не знал, что за грешника он пострадал. Молдавском песеньке найти. Сборни пачем гасит, лапев тулу Иисус. Водит на свитля примит, шикару сел Иисус. И сборни пачем нам гасит, лапев тулу Иисус. Водит на свитля нам примит, шикару сел Иисус. Ты пришли лечить, а я не
Иисус Навин в первой главе 8 стихом, что книга Иисуса Навина 1:8. Кто помнит? Я знаю, что Андрей помнит наизусть. Помолчи пока. Кто другой помнит? Что там написано? Это хороший стих, чтобы написать сюда. Кто помнит 10:27? В притче что написано? А? Страх Господень. Страх Господень продлевает дни, а лета нечестивых сократятся. Теперь Иисуса Навина 1:8. Да не отходит сия толстая книга. Там не написано толстая, но там написано просто книга. От уст твоих сколько? День и ночь. Я знаю, что днем вы моете посуду, а ночью, возможно, вертитесь на койке, думаете, как поехать на дачу, и как вырастить урожай, и что сделать с этим или с другим. Что должно заботить нас ночью? Эта книга. День и ночь. Для чего? Для того, чтобы быть успешным. Бог, Он не желает, чтобы мы были опустившими руками. Он желает видеть нас радостными. Если вы проводите день, будучи унылыми, это что значит? Что эта книга лежит на полке, собирает пыль. Может быть, у вас есть мощный пылесос, который собирает пыль. Но вместе с тем она вам пользы не приносит. Потому мы напишем сюда Иисус Навин 1:8. И несколько встреч, сколько мы будем собираться, мы будем повторять... Запишите себе этот отрывок и постарайтесь его выучить. Не только выучить, но и практиковать в вашей жизни. Для того, чтобы эта книга стала неотъемлемой частью вашей жизни. Даже когда я занят в огороде, или ремонтирую машину, или что бы я ни делал, мои руки заняты, мои ноги заняты, мой ум свободен. Или из телефона, или из книги, или из чего-то я ставлю проповеди для того, чтобы мой ум был занят Божьим Словом. Не был впустую или вхолостую, потому что если он будет вхолостую, что там будет? Что говорят политики, что говорят анекдотчики, что говорят синоптики, что говорят сплетники, и еще не знаю кто что говорит, я буду наполнять свой ум барахлом. Скажите, когда в мельницу насыпешь мешок кукурузы, что выйдет из мельницы? Выйдет белая мука? Нет. Выйдет кукурузная мука. Если вы поставите в вашу голову мусор, что выйдет из ваших уст? Мусор. Мусор выйдет. Не ждите, что выйдет Божье Слово. Мусор поставишь, мусор выйдет. Поставишь доброе, доброе выйдет. Потому заставьте себя или побудите себя, настройте себя на слушание Божьего Слова сколько? День и ночь. Когда вам не спится, это очень хороший димедрол.
Только одну страничку прочитаешь, сразу на сон клонит. Попробуйте. Увидите, что вы перестанете ходить за димедролом в аптеку. Хорошо? Ну, здесь Библия. Я знаю, что вы забыли, о чем мы говорили в прошлый раз, тем более, что я вижу много новых лиц. Мы говорили о 13 главе Евангелия от Марка. И мы пришли почти к пункту даты или событий тогда, когда Христос придет. После того, как церковь вознесена, мы находим серию описаний 3,5 лет скорби, что ознаменуется большим событием, которое записано в Марка в 13 главе 14 стих. И когда увидите мерзость запустения, о которой сказано через Даниила пророка, стоящую где и не должно, пусть тот, кто читает, понимает. Тогда пусть те, кто в Иудее, бегут в горы. Писание написано, чтобы нам было понятно. Оно не было написано на языке инопланетян каких-то, или ангелов каких-то, или херувимов, или серафимов. Оно было написано на нашем языке, чтобы оно было по нам понятно. Когда увидите мерзость запустения, это начало великой скорби. Откуда мы это знаем? 19 стих. Ибо в те дни будет такая скорбь, которой не было от начала творения, которое сотворил Бог до этого времени, и не будет такой больше. Когда заканчивается великая скорбь? Это стих 24. Но в те дни, после скорби той, это конец великой скорби. А Христос не придет ни в начале скорби, ни в середине скорби, и даже не в конце скорби. Писание ясно нам говорит, если вы хотите, читайте из Матфея 24-25 главу, хотите, читайте в Луки 21 главу или в Марка 13 главу. Это для того, чтобы собрать все события воедино. Все ставят в определенный порядок события. Не слушайте тех, которые хотят вас сбить с пути или смутить вас. Мы читали уже об этом, что будут много обманщиков, которые будут вам лапшу вешать, да? Спасибо. Теперь мы говорили в прошлый раз много о смоковнице, о том, что это вечное лето, где не будет зимы, лета и осени, где плоды не будут гнить, не будут вянуть, не будут падать, не будут вонять, не будут вечно будут приносить плоды дерева 12 раз в год. Когда мы находим это дерево готовым к плодоношению, это не весна, это лето. Когда, посмотрите на 28 стих, усвойте же притчу фигового дерева, когда ветви ее делается нежной, пускает листья. Вы знаете, что близко что? Весна? Близко лето. Когда мы смотрим на Евангелие Луки, 21 главу, посмотрите на исключение для тех, которые не могут наблюдать за фиговым деревом. Он говорит в 28 стихе. И когда это начнет сбываться, тогда посмотрите вверх, поднимите голову ваши, ибо приближается искупление ваше. 29 стих. И он сказал им притчу. Посмотрите на фиговое дерево. Это те, которые живут там, где фиговое дерево цветет. И на все другие деревья. То есть мы можем смотреть сегодня и на грушу, и на яблоню, и на вишню, или какой-то орех. На что хотите смотреть? Все другие деревья говорят о том, когда распускаются, что близко лето. Все ждут, что они принесут плод. И нам не интересно, сколько цветов или сколько листьев. Что нам интересно? Плод. Сколько мы собрали? Картошки, допустим, сколько собрали? Яблок, сколько собрали? Там чего-то, слив или персиков. Нам интересно это. Что мы делаем с листьями? В печку. Что мы делаем с другими вещами?
Это все нас не интересует. Нас интересует плод. Бога интересует плод. Вот почему Он написал нам это все наперед, написано в 23 стихе, чтобы мы знали очередное событие и были готовы как внутренне, так и внешне к этим событиям, и чтобы никто нас не смог обмануть. Сегодня я хотел бы больше говорить о втором пришествии Иисуса Христа. А посмотрите в книгу Михея. В книге Михея, 5 глава, посмотрите на стихи с 10 по 15. Есть ли еще сокровища нечестивости? 5 глава, прошу прощения, с 10. И будет в тот день, говорит Господь, что я истреблю коней твоих и стрелы твои, уничтожу колесницы твои, истреблю города земли твои, разрушу все твердыни твои, истреблю колдовства из руки твоей, и не будет у тебя больше прорицателей. Истреблю также резные образы твои, стоящие образы из среды твоей, и не будет больше поклоняться изделию рук твоих. Выдерну из среды твоей рощи твоей, так я разрушу города твои, совершу в гневе и лютости мщение над язычниками, такое, которого не слышали. Вы скажете, как помещается приход Иисуса с вот этим осуждением вместе? Мы знаем, что когда придет Иисус, что произойдет? Начнется период тысячелетнего царства. Но прежде мы находим вот этот суд или битва Армагеддона, когда все нечестивые должны быть истреблены для того, чтобы в тысячелетнем царстве не было повторения нашей истории снова. А вот поэтому Иисус вначале придет уничтожить или воздать нечестивым. И мы имеем множество, я выбрал несколько только отрывков о этом суде. Посмотрите в книгу Исаии, в 13 главу. Мы прочитаем из 6 стиха по 16. 13 глава, книга пророка Исаии. Войте, ибо день Господа близок, придет как уничтожение от всемогущего. Поэтому все руки ослабеют, сердце каждого человека растает. Убоятся они, боли и печали схватят их, и будут мучиться, как женщина, мучающаяся в родах, будучи изумляться друг другу, лица их будут как пламя. Вот приходит день Господа, жестокий, как яростью, как и лютым гневом, чтобы опустошать землю. И они уничтожат грешников ее из нее. И то, что мы читали в прошлый раз, когда звезды небесные упадут, солнце померкнет, луна не даст света своего. Думаете, откуда взял евангелист Марк? Вот эти слова написаны здесь. Ибо звезды неба и созвездия его не дадут света своего, солнце померкнет при выходе своем, и луна не даст свету своему сиять. И я накажу мир за их зло, и нечестивых за беззаконие их, и сделаю так, что высокомерность гордых прекратится, и унижу надменность грозных. Я сделаю человека драгоценнее, чем чистое золото, именно человека, чем золотой слиток Офирский. Поэтому я потрясу небеса, и земля сдвинется с места своего, в ярости Господа воинств, в день лютости гнева его». И будет она, как преследуемая косуля, и как овцы, которых никто не подбирает, обратятся каждый человек к народу своему, и каждый побежит в землю свою, каждый найденный будет пронзен, и каждый, присоединившийся к ним, падет от меча. Дети их будут разбиты перед глазами, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. И можно читать это дальше. Я думаю, что хорошим занятием будет для вас читать книгу пророка Исаии. Мы посмотрим 24 главу.
Если вы не подписали еще в вашей Библии эту главу, подпишите ее. Коронавирус. Вы найдете много из тех событий, которые мы переживаем теперь. Я прочитаю только несколько стихов. Посмотрите на первый стих. «Вот Господь делает землю пустой, делает ее бесплодной, переворачивает ее верхом вниз и рассеивает обитателей ее. И будет как с народом, так и со священником, как слугой, так и с господином его, как со служанкой, так и с госпожой ее, как с покупателем, так и с продавцом, так с взаимодавцем, так и с заемщиком, как с получающим ростовщические проценты, так и с дающим ростовщические проценты ему. Земля будет опустошена в конец, и в конец разграблена, ибо Господь сказал слово это. Скорбит и угасает земля, томится и угасает мир, томится надменный народ земли. Земля осквернена под обитателями ее, потому что она приступила законы, изменили постановления, нарушили вечный завет. Поэтому проклятие пожирает землю, живущие на ней одиноки, поэтому сжигаются обители земли, и немного осталось людей. 1,5 миллиона уже ушли. И можно было читать до конца главы, я только прочитаю последний стих. «Тогда придет смятение луна, устыдится солнце, когда Господь воинств станет царствовать славно на горе Сион и в Иерусалиме, и перед древними его». Переверните в 34 главу. Мы находим те же истины, которые Исаия говорит в следующий раз. «Приблизьтесь вы, нации, чтобы услышать, и внимайте вы, люди, пусть слышит земля и все, что в ней, мир и все, что выходит из него, ибо негодование Господа на все нации, лютости его на все армии их. Он полностью уничтожил их, отдал их на заклание. Убитые будут выброшены, смрад их поднимается из трупов их, горы их расплавятся от крови их». Я прочитаю еще 6 стих. «Меч Господа наполнился кровью, сделался тучным от тучности, от крови и огня и козлов, от тука почек баранов, ибо жертва у Господа в Бозре и великое заклание в земле Идумеи». Это ссылки того, когда Христос придет для того, чтобы восстановить справедливость. Всех нечестивых написано, что кровь будет до уздечки конской. Книга Откровения описывает нам. Хорошо было бы прочитать с 6 по 16 главы книги Откровения, где описываются печати, чаши, трубы, одна другой страшнее. То, что придет на эту землю с пришествием Господа Иисуса Христа. Смотрите в книгу Яиля. Книга Яиля, 906 страничка, если у вас такая Библия, как у меня. Во второй главе мы прочитаем 10 и 31 стихи. Все про между ними вы также можете читать, но у нас нет времени, поскольку много отрывков стоит перед нами. «Земля», 2 глава Яиля, 10 стих. «Земля затрясется перед ними, небеса задрожат, солнце и луна потемнеют, звезды заберут назад сияние свое». Основа, как и в Евангелии от Марка. Солнце померкнет, луна не даст света, звезды упадут и все остальное. 31 стих. «Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде чем наступит день Господень великий и грозный». Посмотрите в 3 главе, стих 15. «Солнце и луна потемнеют, звезды заберут назад сияние свое». И снова. Это не последний отрывок. Посмотрите в книгу Иезекииля, 38 глава. Здесь будет продолжительный отрывок с 19 по 23 стихи, где мы снова найдем пророчество о дне Господнем, которое долгое время ожидает наша земля и люди, живущие на ней. С 19 стиха. «И сказал царь Сидекия...» Время... 38 глава Иезекииля, 19 стих. «И во ревности моей, и во огне ярости моей, я сказал, непременно в тот день будет великое сотрясение в земле Израилевой.
так что сотрясутся от присутствия моего рыбы морские, птицы небесные, звери полевые, и все присмыкающиеся, что присмыкаются по земле, и все люди, которые на лице земли, и низвергнутся горы, и падут крутые места, и каждая стена падет на землю. И позову меч против него по всем городам моим, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с этим мором, и буду судиться с ним мором и кровью. И пролью на него, и на отряды его, и на многих людей, которые с ним, затопляющий дождь, и великий град, огонь и сера. Так я превозношу себя, я освящу себя, и буду известным в глазах многих наций. И они узнают, что я есть Господь. Это в отношении, что силы поколеблются. Посмотрите в книгу пророка Агея. Книга пророка Агея. Агей. Это одна маленькая книжка, которая есть во второй главе, посмотрите, с 6 по 8 стихи. «Ибо так говорит Господь воинств, еще раз, малое время, и я потрясу небеса и землю, и море, и сушу, и потрясу все нации, и придет желание всех наций, и наполню дом этой славой, говорит Господь воинств». Снова мы читали в книге пророка Исаии, что он сделает человека золотом офирским. Смотрите, серебро мое, золото мое, говорит Господь воинств. Рядышком есть книга пророка Сафонии. Не думайте, что Сафония списал что-то у Агея. Это отдельно живущий пророк и отдельно пророчествующий человек. В первой главе мы прочитаем с 14 по 18 стихи. «Близок великий день Господень». Близок и очень поспешает. Именно голос дня Господнего, могучий муж, будет горько вопить там. День тот есть день ярости, день беды и тесноты, день разорения и запустения, день тьмы и мрачности, день облаков и густой тьмы, день трубы и тревоги против защищенных городов и против высоких башен. Я приведу тесноту на людей, так что они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа. Вылита будет кровь их, как прах, и плоть их, как навоз. Ни серебро их, ни золото их не сможет избавить их в день ярости Господней. Вся земля будет пожжена огнем его ревности, ибо он совершит даже скорое устранение всех тех, кто живет в земле этой. Можно было читать еще много отрывков, но мы вернемся к Евангелию от Марка, поскольку... Это то, что мы начали изучать. Почему? Потому что многие люди, посмотрите, вот здесь в книге Сафонии мы читали, что я приведу тесноту на людей так, что они будут ходить как слепые. А кто их ослепит? Что сделает их слепыми? А вы думаете, кто-то будет ходить и выкалывать глаза? Нет. Это они сами сделают себя слепыми. Я не знаю, говорил вам или в Кишиневе о том, что когда ты спрашиваешь у людей, ты веришь в Бога? Они говорят, да, верю. Какой это Бог? Давайте прочитаем из второго послания к Коринфянам, 4 главы, 3 стих. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 3 стих. Посмотрите, какого Бога? И это не должно остановить вас, если вы у кого-то спросили, ты в Бога веришь? Он сказал вам да, и вы должны сказать, ну слава Богу, что этот не антихрист какой-то, не атеист какой-то, или не нигилист какой-то, не какой-то еще, а этот человек верит в Бога. Посмотрите на Бога, в которого верят эти люди. А 2 Коринфянам 4 глава 3 стих. Но если сокрыто Евангелие наше, оно сокрыто для тех, кто потерян, у которых Бог с маленькой буквы, мира этого, ослепил умы тех, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который есть образ Бога, не воссиял им. А что происходит с этими людьми? Почему они погружаются в нечестивость? Почему как слепые котята, они идут делать зло,
почему не уменьшается количество заключенных в тюрьму или осужденных на какой-то срок? Потому что Бог мира этого, материализм, затемнил или ослепил их ум, и они больше не видят. Они не знают, где цель их жизни, куда нужно идти, чтобы дойти к ней, и каким образом нужно добраться до нее. Вот это вся беда этого Бога, мира этого. Мы знаем, что Иисус Христос, восставший из мертвых, обладает до сих пор, поскольку над этим миром царствует князь этого мира, который слепит умы людям, не открывает их глаз. И второе пришествие, когда он придет, он проявит всю свою силу. Я хотел бы прочесть вам один отрывок из книги Откровения, 11 главы. Посмотрите на стихи с 13 по 17. «И в тот самый час было великое землетрясение, десятая часть города пала, и при землетрясении убиты были из людей 7 тысяч, и остальные объяты были страхом и воздали славу Богу неба. Второе горе пришло, и вот третье горе идет скоро. Седьмой ангел вострубил, и были на небе великие голоса, говорящие: царство мира этого стали царствами Господа нашего и Христа его, и будет он царствовать во веки вечные. И 24 старейшин, которые сидели перед Богом на сиденьях своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: воздаем тебе благодарение, о Господь Бог всемогущий, который есть и был и должен прийти, потому что ты взял себе власть твою великую и воцарился. И разозлились нации, и пришла ярость твоя, и время мертвых, чтобы они были судимы, и чтобы ты дал награду слугам твоим, пророкам и святым, и тем, кто боится имени твоего, малым и великим, и уничтожить тех, кто уничтожает землю. И открылся храм Бога на небе, и виден был его, в его храме ковчег его завета, и были молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Бог есть тот, который придет и, написано, воздаст. И теперь наша реакция, которая придет с Богом, это: воздаем тебе благодарение, о Господь, Бог всемогущий, который был, есть и должен прийти, потому что ты взял себе власть твою великую и, наконец, воцарился. А я отвлекусь немножко. Помните вы Иуду, который был одним из 12 учеников? Думаете ли вы, что у Иуды было желание продать Иисуса за копейки какие-то? Не думаю. Нет. Я думаю, что Иуда прекрасно слыхал о том, что Иисус может позвать 12 миллионов или легионов ангелов, которые спасут его и которые помогут ему воцариться. Ведь они знали, что он Мессия. Они убедились не однажды в сверхъестественной его силе. Вот что думал Иуда. Он думал: я предам его в их руки, он помолится, позовет 12 легионов, они истребят всех фарисеев, книжников, садукеев, первосвященников, старейшин, и мы наконец-то воцаримся, и я буду одним из вельмож в этом царстве. Но планы его рухнули из-за того, что он не понимал первого прихода Иисуса и второго прихода Иисуса, когда он придет восстановить свою силу, восстановить свое царство, восстановить то, для чего он приходил в первый раз. Это про, между прочим, мы говорим о том, что Иисус должен прийти на облаке с большой силой и славой. И этого Бога не скажет никто: я был с той стороны земли полушария, я не мог видеть. Мы говорили уже в прошлый раз, что третья часть земли, что принадлежит первой части? Допустим, это Европа, да? Вторая часть, это что? Евразия, скажем. Европа и Азия, они в одном, скажем, полушарии находятся. А вторая часть земли? Россия.
Евразия – это и Россия. А вторая часть земли – это Африка. Третья часть земли. Америка – это четвертая, которая и одна Америка, и другая Америка, и Австралия. Все вот эти острова будут уничтожены. Это четвертая часть. А когда мы говорим о третьей части земли, Иисус явится именно сюда для того, чтобы все могли его увидеть. Никто не будет, ну, снизу того полушария. Никто не скажет, что я его не видел, не мог видеть. Мы говорили о том, что солнце померкнет, луна не даст света, где будет кромешная тьма. Следующий стих, 26, да? Из Марка 13 главы. Он не говорит, что была кромешная тьма, когда была тьма, помните, в Израиле. Где был свет только? В земле Гесем, где жили израильтяне. У них свет не гас. У них земля была самая богатая, благодаря Иосифу, который выпросил ее у фараона для своих отцов, чтобы они могли заниматься скотоводством. Такая же, или я говорил вам в прошлый раз, или читали мы даже, давайте прочитаем еще раз, из книги Римлянам, 15 главы, 4 стих. Посмотрите. «Ибо все, что было написано прежде», вот Ветхий, весь Завет, все, что было прежде написано. Для чего написано? Просто, чтобы занимать бумагу, чтобы мы могли по ночам читать ее, или что нам, больше делать нечего, посмотрите. «Было написано для нашего изучения, чтобы мы через терпение и утешение из Писаний имели что? Надежду». Как было с израильтянами? Мы говорили в прошлый раз, по-моему, о двух периодах наказания. Помните вы? Когда сыны Божьи брали сынов, дочерей человеческих. Что Бог сделал? Послал потоп. Уничтожил всех абсолютно. Второй вид наказания. В 15 главе книги Бытие мы читали, что было сказано Аврааму. 15 глава книги. Посмотрите. 16 стих. «Но в четвертом роде они придут сюда снова, и беззаконие аморитов еще не полное». Мы читали из книги «Исход» в прошлый раз, что через 430 лет они были освобождены из рабства. И это второе наказание, где определено, как при новом потопе, с момента объявления наказания до исполнения наказания 120 лет, так и в этом случае с израильтянами, с момента объявления до проявления или до исполнения, также 120 лет. Мы говорили в прошлый раз, что с момента образования государства какого? Молдавия? Израиля. Израиля. В каком году основался государство Израиля? 15 мая 48 года. 48 года. Откуда мы взяли 48 год и 1900-й? Не помнит никто? Давайте вернемся в книгу Иеремии. В 24 главу. Книга Иеремии, посчитайте по оглавлению. Она 19 книга, порядковый номер. 48 год, если вы умножите 24 на 2, сколько вы получаете? 48. 1948 год. Вот посмотрите, о чем говорит 24 глава Иеремии. «Господь показал мне, вот две корзины фиг поставлены были перед храмом Господним, после того, как Навуходоносор царь Вавилонский увел из Иерусалима пленным Иехонию сына Иоакима, царя Иуды, князей Иуды с плотниками и кузнецами, привел их в Вавилон. В одной корзине были смоквы очень добрые, именно как смоквы, которые поспевают первыми. В другой корзине фиги, сильно испорченные, которых нельзя есть, настолько они были плохие. Так сказал мне Господь: что видишь ты, Иеремия? И я сказал: фиги, фиги добрые, очень добрые, и злые, очень злые, которых нельзя есть, настолько злые они».
Придя сюда в 13 главу Евангелия от Марка, а что мы находим в этот период здесь? Есть много людей, которые готовы к пришествию, и есть те другие, которые не готовы. Вот эти злые, о которых мы читали в Иеремии, они получат вот это возмездие или наказание. Я думаю, что вы помните притчу, которая, или пример, который приводит Иисус в 25 главе Матфея о 10 девах. С 1 по 13 стихи 25 главы Матфея прочитайте о мудрых девах, которые кем являются? Из книги Откровения 7 главы. Из каждого колена берется 12 тысяч, а 12 колен всего было 144 тысячи. Это будут те мудрые проповедники, которые будут проповедовать во время Великой Скорби благую весть народу израильскому. Будут те другие неразумные. Кем являются эти неразумные? Которым не хватило масла. Которым не хватило масла. А где Иисус описывает их? Это не помню. Не помню. А Библия нам рассказывает о них. Давайте посмотрим 7 главу Матфея, 15 стих, а потом 20 стих, а потом 21 стих. И так почитаем, да? 7 глава Матфея, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть волки хищные». Вот это неразумные девы. Это не 144 тысячи, о которых мы читаем в 7 и в 14 главе Откровения. Смотрите на 20 стих. «Посему по плодам их узнаете их. Не каждый, кто говорит мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца Моего, который на небе. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, разве не пророчествовали мы во имя Твое? И во имя Твое дьяволов изгоняли, и во имя Твое многие чудные дела делали. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, вы, которые делаете беззаконие». Вот почему мы не должны кидаться или как бы ловиться на тех, которые хотят упорядочить что-то в нашем организме. Мы имеем какой-то маленький жировик или какой-то прыщик, и мы бежим каким-то чудотворцам, как Чумаку или там Кашпировский, или кто они там были. Разных много есть, я не буду приводить вам все фамилии. Их есть много таких, которые не являются мудрыми, являются неразумными, которые говорили имя Господа, употребляли его в своих гаданиях или в своих каких-то чарах или колдовстве, но Господь скажет: никогда не знал вас. Мы могли бы много еще чего поговорить из этих событий, мы оставим на следующий раз. А теперь мы помолимся для того, чтобы мы не были обмануты, для того, чтобы мы не обманывали кого-то другого, для того, чтобы мы могли ожидать с радостью пришествия нашего Господа и услышать в ответ слова: «Верный и добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Давайте помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим Тебя за то, что Ты написал нам обо всем наперед. Благослови каждого из нас желанием и возможностью вникать в эту книгу, изучать ее, понимать для того, чтобы объяснить ее тем, для которых она закрытая книга, для которых Бог мира этого ослепил им разум для света Евангелия. Помоги, чтобы эти глаза открылись, для того, чтобы и они могли с радостью встретить Тебя, как Господина своего, как хозяина, который, долгожданного, который желает их вознаградить, желает их благословить, желает дать им то, чего они сами приобрести не могут. Будь Ты возвеличен и прославлен через наше служение на этой неделе, в этом городе, где есть много людей, которые предались нечестивости,
нечестивости, предались обману, предались различным другим грехам, чтобы они могли узнать тебя как доброго Бога, милующего Бога, Бога благословляющего и желающего им пользы. Будьте возвеличены и прославлены. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. А поскольку... 174 номер. Книга Богом мне дана, хоть поношена она, вспоминают дни минувшие давно. Мать читала мне тогда 174. Книга Богом мне дана, хоть поношена она, вспоминают дни минувшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как там было с нею мирно хорошо. Никогда изучать послание Галатам. Это первая глава, первый стих, с самого начала. Прочитайте, что значит благодать, а что есть истина. Помолитесь, пожалуйста. Слава тебе, величие, аллилуйя, поклонение, мой Бог, за то, что ты нас собираешь, учишь нас, разумеешь нас, чтобы мы жили по слову твоему святому, и чтобы мы ожидали тебя в чистоте и святости. Ты скоро грядешь, Господи, возмездие Твое с Тобою. Все, что мы сделаем на земле, мы все пожнем в вечности. Тебе, аллилуйя, отцам и поклонение. Брата Пола, Сузана, благословит в Америке. Дай им Бог лучше приехать домой. Нас отпусти с миром Ты и храни каждого по отдельности на грядущие дни недели. Дай нам славить Тебя, величать Тебя и быть покорными Тебе, драгоценному Богу нашему, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Я, наверное, пойду с... Thank you.